Всем здравствуйте. Очередной раз выбрался в лесок. Днем дуло. Сейчас практически тишина. Ну, в лесу-то вообще тишина. Так что не знаю, что у нас получится. Поглядеть, посмотреть. На каком этапе жизнь у косуль идет. Ну что будет? Буду включаться. Нет, буду просто включаться говорить. То одному скучно. Сколько, наверное, минут 35 ехал. Вон уже вижу, козел побежал или коза. А, нет, у них там встреча, похоже. И еще от меня побежал. 4 штуки, короче, 5. Разбежались в рассыпную. Вон там на полянке были. Что начал говорить, забыл. Вот включай, перематывай назад. А, ехал минут 35, наверное, 40. Дороги. На велосипеде. Ворона подружка там ходит. Не стал им общение прерывать. И это ни одного козлика не слышал, чтобы гавкал. Перед этим как-то вечерами замечал. Перекличка проходит. Да еще я, видимо, рано. Кругом все зелено. Наедаются быстро. Может быть, даже и никого они. И не поснимаем, но послушаем. Ну, цветочки. Цветочки красивые. Надо сфотографировать. Признаки жизни. Лося есть. Где-то когда-то он тут жил. Задерживался. Эх, плутов вообще куча. Даже прямо и на вороне жалко ехать. Жалеть стал сильно что-то я его. Как-то ему на пользу бы пошло. Так, ну что, высоко кусает. Метра почти, наверное, 2. Половиной дотягивается. Я 1,83 м. Ну и вот почти вытянутая рука моя. Рога, наверное, вот такенные были. Так вот бы веточек не было, это бы грыз ему бы бах. Сейчас бы пришел бы, мясо бы было. Так, но тут лося нету. Сейчас тут-то его нету. Он куда-то ушел. Где-то козлик сейчас кричал там на полянке. Вот еще одна ловушка начинающего пчеловода. Лежала в кусту она у меня. Это кто-то доставал. Видимо, посмотреть хотел. Это одно из первых моих производств. Надо ее тоже забрать домой. Не получилось, да, видимо, открыть. Заглядывали, ломали. Тряпочку вытянули. Ну, хотя бы рамки точно целые с сушью. Так, где-то вот сзади меня закричал. В общем, не подойти, козочку еще видел. Краем леса шел. Метров за 250 она меня почуяла, услышала, вернее.
Вот самое только ходить вот такими вот еле заметными ихними тропинками. Еще тише получается, а по-другому никак. Так что пойдем туда. Еще в одно место зайдем. И потом будем смотреть по обстоятельствам. Или в засаде посижу. Или дальше пойду блыкаться. Пока вот один козлик, которого хоть как-то там поглядел. Все. Козлик вон там впереди где-то совсем рядом гавкает. Тут вот такая местность хорошая, с хорошей плотностью рогачей. Только тихо, блин, сильно. В радиусе километра, в общем, тут их 4 штуки кричало. Может, они еще, конечно, разойдутся. А может, у них все уже поделено. Надо смотреть как-то, когда ветер будет. О, красота, полянка с цветами. Красивые цветочки. Красивые цветочки, надо фотографировать. Муравьи ползают. Занимаюсь такой цветами, а вон коза стоит. Плюшевая, как медвежонок.
замерла опять. В общем, это сейчас тоже побежит туда. В общем, как всегда бывает, пока отвлекаешься на что-то, они на тебя уже смотрят. Три штуки, две-то козы и козлик там вроде все-таки оказался. Оказался козлик. Впереди полянка. Сейчас попробую выйти туда. Вот как сейчас такую погоду на вороне ездить? Тут две моих ноги и пытаюсь скрадывать иногда. Они меня капец как далеко слышат. А на вороне четыре. И просто так он меня не замирает по команде. Маневры непонятные выполняет. Я никого в поле не вижу. Возвращается, в общем, туда, откуда шел. Я его победил. Это моя территория.